Чтобы не падать лишний раз.
чтобы ты приучался бороться. Ты выйдешь на соревнования, тебя раз бросит, два, потом ты еще там руководит, проиграл. Я буду, Для чего я вам сказал? Для того, чтобы вы это тоже счет пили, чтобы вы боролись. А вы много говорили очень. Сколько ты ему сделал? Нет, сколько ты ему сделал? Вот его сколько сделал? Сколько очков набрал у него? Не сделал. Сколько ты ему очков сделал? Каждый япон это одно очко. Сколько считай? Сколько очков набрал? Сколько японов сделал? Вы что, считать не умеете, что ли? Вас в школе не учат? Макс, сюда встанет, ты туда кошели. Сколько Катерина набрала что ли? Два очка. У тебя что-то есть какие-то? Нет. Нет. Почему? Что случилось, Макс? Да, они сильнее тебя, они чуть-чуть больше тебя весят. Ты что, мочить надо? Поменяйтесь. Николай, сюда, ты туда. Не, могу я смотреть? Нет, ты туда, Николай сюда. Еще раз, не надо с тренером разговаривать. Вы боролись, сколько у тебя было с ним еще? Больше 10. Не больше 10, я должен точное количество. Я 6. Шесть. Помнишь, какие приемы делал? Нет, вот. Посмотри внимательно. Ты борешься. Сделал прием, да? И стараешься его повторять именно этот прием. И когда у тебя будет не 6, а 20 очков, так же все делать, как один прием. Ты не можешь понять. Сколько, Макс? Посчитал? Да. Сколько? 4. 4 очка. У вас сколько? 3. То есть ты 3 помнишь, а он 4. Значит, он выиграл. Вы должны приучаться. Вы же должны приучаться. Везде выигрывать. Везде. В шашки, в шахматы, нарды, футбол, волейбол, баскетбол. Везде постараться выиграть. Если ты... Твоя команда слабее, значит, хоть куснуть, хоть под ножку, что-то к сопернику сделать ему, хоть один гол, но забить. Они два раза сидят, но хоть один гол забить. Понимаешь? То есть надо стремиться к победе. Вот я могу выиграть. У мастера спорта международного класса по шахматам, если он допустит ошибку. Вот Юрий Славович знает. Пришел здесь кандидат в мастера спорта, мастер спорта, стали играть. Сказал, ты у меня не выиграешь. Я у тебя не выиграл. Не выиграешь. По каким? Ну как? Играем? По обычным правилам, да, по обычным правилам. Сел, я сделал один ход, и все, больше не делаю, сижу и думаю. По обычным правилам есть специальные часы. Первый ход, второй ход, договаривается, сколько времени и все. А я посидел и думаю, что я буду проигрывать, я вообще ходить не буду. Буду сюда сидеть 2 часа думаю. Тактика? Тактика. То есть за счет тактики нужно обхитрить и обмануть. Если ты сильнее, одна тактика, слабее другая тактика. Камера все наблюдает. Пошли.
Подтягивание. А почему в центре нельзя? Почему обязательно где-то в конце надо? А это кто? Брат? Да. Заходи, брат. Там будешь стоять? Ну что? Да. Брат будет стоять. Иди к сестре. Нагреваются ноги прямо, они тяжелые будут. Коля, если ноги выпрямить, ты потягиваешь. Вот так тяжелее, да? Там тяжелее, там больше нагрузка. Я попытка не найду. Я не сейчас.
Кумы, все, нормально. Маш, значит, под... Что вы лезете? Я... Вон, мы надо сделать. Давай. Быстрее подтягивай. Быстрее. Все болит, все болит. Так, все, построились. Так, сюда, мама, Максим, все там, на место. Да, на место. Андрей, иди туда. Спокойно легче. Все, построили. Нет. Все, прощались, ты прощался. Да. До свидания. Давай, а ты хочешь? О, хай, беги, хай, 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 Спасибо, что вы